Здравствуйте, коллеги. Вебинар предлагаю потихонечку начинать. И для начала проверим связь. Прошу вас поставить в чат плюсики. А если меня видно, слышно, все в порядке, и вы с нами. Ага. Отлично. Спасибо большое. Итак, коллеги, рада, что вы к нам присоединились. Приветствую всех. Меня зовут Светлана. Я представляю компанию Yenana. Почему мы решили рассказать на вебинаре о создании электронного контента? Дело в том, что одно из основных направлений нашей деятельности является как раз-таки разработка и создание электронных курсов и программ ДПО. Мы работаем в партнерстве с ведущими вузами страны и накопили большой опыт в данном направлении. И сегодня этим опытом хотим поделиться с вами. Буду благодарна, если вы напишите в чат, как ваша деятельность связана с дистанционным образованием, имеете ли вы опыт создания электронного контента, почему вас в принципе, заинтересовала эта тема. Будет здорово, если мы познакомимся поближе, и мы сможем более эффективно провести этот вебинар для вас. Буквально пару слов напишите, пожалуйста, в чат. А делиться опытом своим сегодня с вами будет наш эксперт Олег Мерецков, эксперт по созданию электронного образовательного контента и наш преподаватель. Как раз таки он работает с вузами, в тесном партнерстве и знает очень много нюансов о том, как лучше работать. И сегодня вебинар посвящен одному из аспектов. Конечно же, в рамках одного вебинара невозможно рассказать все. Мы решили остановиться на аспекте командной работы и расскажем сегодня, Олег расскажет со своей стороны свои наблюдения и даст некие рекомендации, которые будут полезны всем. А если эта тема вам интересна, и вы хотели бы в развернутом варианте послушать и своими руками, что самое главное, попробовать на практике отработать основные аспекты, я приглашаю вас на авторскую программу нашего эксперта сегодняшнего, Олега Мерецкого. Она стартует 18 октября и включает в себя все основные аспекты, касающиеся разработки электронного курса. Программа проходит в дистанционном формате и завершается удостоверением о повышении квалификации. Более того, всем слушателям сегодняшнего вебинара мы предлагаем специальные условия зачисления обучения на программе. И о том, как получить скидку 20%, я расскажу в конце вебинара. Пожалуйста, оставайтесь с нами. И прежде чем передать слово ведущему, я расскажу, немножко коснусь организационных моментов, как мы с вами будем работать. Сначала спикер выступит, и если у вас будут возникать вопросы по ходу выступления, пожалуйста, пишите их в чат. У нас есть специальная вкладочка «Вопросы», для того, чтобы мы их не потеряли. И потом Олег в завершении своего выступления цитирует. Также напомню, что все, кто записался на вебинар, обязательно получат его запись, а также небольшой бонус и, конечно же, как я уже говорила, скидку на нашу программу. Если вдруг какие-то технические вопросы будут возникать, пожалуйста, пишите в чат. У меня все, я передаю слово нашему спикеру. Хорошего вебинара. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать на нашем открытом вебинаре, который посвящен формированию эффективной команды для создания электронного курса. Но прежде чем мы, собственно, поговорим о команде, я немножечко хочу анонсировать, собственно, предмет нашего разговора. В этом вебинаре, я предполагаю, небольшое введение. После этого мы с вами
коснемся проектного подхода к созданию электронных курсов. Более подробно остановимся на проектных ролях в команде разработчиков. И дальше перейдем к управлению качеством электронного курса, как одному из важных элементов управления качеством, это мотивация команды разработчиков. И завершим с вами обсуждение вопросами управления рисков при создании электронных курсов. Продолжим. Для того, чтобы правильно понять, о чем мы сегодня с вами вообще разговариваем, что проектируем, создаем, хотелось бы остановиться на таком базовом понятии, что мы вообще понимаем под электронным курсом. Есть несколько определений электронного курса. В частности, можно встретить довольно распространенное определение, то, что под электронным курсом понимают тематически завершенный, структурированный учебный материал, покрывающий там частично или полностью одну или несколько предметных областей и обладающий высокой степенью интерактивности. Ну, в принципе, под это определение подходит очень много. Диаметрально очень сильно отличающихся друг от друга вещей. Это и электронные какие-то материалы, размещенные где-то там в системах образования, и автономные компьютерные программы. Поэтому существует еще одно определение электронных курсов, которое, так сказать, с одной стороны привносит двойственность, с другой стороны расставляет все по своим местам. Итак, электронный учебный курс можно еще определить как информационную систему комплексного назначения, обеспечивающую посредством единой компьютерной программы, что важно, без обращения к бумажным носителям информации, реализации дидактических возможностей средств ЭКТ во всех звеньях дидактического цикла процесса обучения. Как мы видим, вот это очень сильно отличающееся по формулировкам определение, но чтобы их лучше переварить и перейти, так сказать, дальше, я хотел ввести еще одну такую маленькую ремарочку. Ну, в интернете много что можно написать. А что по этому поводу нам говорит наука? А наука по этому поводу нам говорит, в частности, что электронные учебные пособия или электронный курс, компьютерный тест не могут быть сведены к бумажному носителю без потери дидактических свойств. Вот это вот на самом деле очень важно и расставляет все по своим местам. Это я цитирую толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования, изданный Институтом информатизации образования Российской академии образования под руководством академика Ирэн Роберт. Это все, так сказать, исследования проводились. И вот эта вот маленькая простая ремарка, она как раз расставляет все по своим местам. То есть нельзя считать электронными курсами то, что очень многие университеты размещают в своих СДО, там в Moodle или где-то еще, когда, так сказать, по разнарядке спускается установка перевести лекции в электронный формат, преподаватели берут под козырек, создают, так сказать, вордовские файлы и презентации, они загружаются в какую-то там информационную систему, добавляются к ним простейшие какие-то компьютерные тесты, в народе называемые угадайкой. И вот мы вроде бы получили электронный курс. Не получили мы электронный курс. Мы получили с вами всего лишь электронную версию учебных материалов. Обычных учебных материалов. Потому что что на бумажном носителе, что загруженное в систему, это одни и те же материалы, которые требуют какого-то взаимодействия, организуемого преподавателем. Ну, так сказать, вот эта маленькая ремарочка. А вот из этой ремарки как раз какой вывод я хочу сделать. Если мы говорим о настоящем электронном курсе, который реализует какое-то интерактивное взаимодействие, то, что, собственно, требует стандарт, то, что прописано в законах и так далее, это уже становится не задачей одного преподавателя, который преподает данную дисциплину или знает предметную область. Он не может запрограммировать интерактив маломальски там сложный.
Он не может отвечать за художественное оформление, за графическое оформление. Он не должен, не может и не должен отвечать за выпуск программного продукта, каковым фактически электронный учебный курс де-факто является. И поэтому, когда мы говорим о производстве электронного образовательного контента, мы, конечно, должны говорить о работе команды. Команды с определенными, так сказать, специализированными ролями. И вот переходя к командному подходу, хотелось бы еще немножечко затронуть такую смежную тему, это тема проектов. Дело в том, что большинство организаций, которые, так сказать, создают образовательные продукты, они имеют строго классическую иерархическую структуру подчиненности, что, конечно, препятствует формированию команды. Относясь к университетам, университетской среде, да и, в общем-то, к учебным центрам, вы часто сталкиваетесь с ситуацией, она вам знакома изнутри, когда, так сказать, в одном департаменте отвечают там, за визуализацию, в другом, так сказать, работают носители предметных знаний, отдельный какой-то департамент занимается производством дистанционного обучения или там компьютерный учебный центр, или еще что-то такое. Это вроде бы на постоянной основе действующая иерархическая структура, она для нас достаточно неудобна для организации самого процесса. А процесс-то между тем производство электронных учебных курсов, он носит все классические признаки проектной деятельности. Хотим мы формировать команду, не хотим. У этой проектной деятельности всегда есть ограничения по времени, всегда есть уникальность результата, потому что тот учебный курс, даже вы если их создаете на потоке, каждый, так сказать, электронный курс, он отличается от другого хотя бы предметом обучения, чему вы в нем учите. Из этого следует временность коллектива разработчиков. Там могут быть постоянные фигуры, но как минимум у вас будут меняться авторы. Что уже немаловажно, потому что автор – это ключевая фигура в коллективе. Если он не смог правильно донести свои мысли, так сказать, до остальных исполнителей, дидактический эффект он будет исчезающе мал такого курса. Ну и, собственно, это всегда самостоятельный бюджет. И вот когда мы с вами эти признаки проектной деятельности в производстве электронного контента нашли, то я еще так хочу коснуться маленького одного определения, что, собственно, подразумевается под проектом, почему очень часто при рассмотрении ролей, так сказать, в команде, я буду говорить про проектную команду, и какие-то вещи брать из управления проектами. Вот мне нравится для меня простое понятное определение, по которому я сам когда-то сертифицировался, то, что это проект по PMBOK, это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг и результатов. Здесь не очень хорошо в русском языке звучит слово «предприятие», но если, так сказать, его воспринимать как процесс какой-то, то все ставит на свои места. Многие люди пытались заменить синонимичный этот термин, но из песни слова не выкинешь. И получается, как только мы пытаемся что-то изменить в этой фразе, в этой формулировке, вся формулировка рассыпается. Итак, мы с вами потихонечку подходим к пониманию того, что создание электронного курса – это сложный технологический процесс, над которым работает команда. И в этой команде есть, согласно вот нашему опыту, некоторые типовые роли. Давайте их рассмотрим. Вот прежде чем, так сказать, окунаться в детали, я хотел бы вообще заострить внимание на том, сколько этих.
Вот сейчас перед вами выделено 14 типовых ролей. 14. Это не исчерпывающий перечень. Мы видим управленческие роли, куратор, руководитель, координатор проекта. Мы видим исполнительские роли, это тестировщик, методист, автор, сценарист, они в случайном порядке здесь отображены. Диктор, технический писатель, верстальщик, программист, дизайнер, монтажер, корректор и так далее. В каких-то курсах все эти роли не нужны, просто потому что в них не встречается такой тип контента, с которым можно было бы работать, например, монтажером или программистом. А в некоторых курсах, и наша аудитория, которая подключена сейчас, это подтвердит, я вижу просто разработчиков, нуждается большее количество, требуется большее количество ролей в коллективе. Например, если вы проводите какие-то натурные съемки в чистых зонах, в цехах, в операционных. Вам еще потребуются операторы, монтажеры, звукорежиссеры, просто режиссеры и так далее. Если говорить про классическую академическую схему, когда мы там записываем, например, в университетской студии видеолекции, по накатанной технологии все выставлено, все понятно, как делать и так далее, то вот, в принципе, этих ролей оказывается достаточно. Но, например, опять-таки, в пожеланиях лучшего результата, лучшей реализации, вот, например, исследования Российской академии образования, они на основании своих исследований рекомендовали туда ввести еще обязательно психолога, который бы занимался вопросом педагогического и психологического дизайна разрабатываемого продукта. Честно скажу, что, возможно, в каких-то курсах, которые вот мы отсматривали или там участвовали в сопроизводстве, автор является где-то специалистом и в этой смежной области. Но это скорее исключение, и в чистом виде выделения данного, так сказать, данной роли я в своей практике не встречал, хотя очень хочу встретить. Потому что действительно это участие психолога при разработке программного продукта – это серьезная потребность, серьезная вещь. Итак, я приглашаю, собственно, рассмотреть вот эти вот, не знаю, шокированы, не шокированы таким многообразием ролей, так сказать, надеюсь, что у вас это потихонечку все в целостную картинку переложится, ну, приглашаю рассмотреть поподробнее каждый из них. Итак, вот управляющая тройка. Это директор или руководитель проекта, ну, понятно, из проектного менеджмента, чем он занимается. Он занимается, в общем, вопросами планирования работ, бюджетированием и, так сказать, представляет конечный результат заказчику. Внутренним или внешним, неважно. Если у вас есть субподрядчики на, так сказать, каких-то участках работ, а мы поговорим, некоторые роли экономически эффективно даже выводить на субподряд, то, соответственно, взаимодействие с субподрядчиками, они, оно тоже выводится на уровень директора или руководителя проекта. А куратор или кураторы. Значит, не надо себе представлять, что это, так сказать, куратор – это человек, который ни за что не отвечает, и вот от него мало чего зависит. На самом деле это такой серый кардинал и наш ангел-хранитель, который отстаивает обеспеченность проекта ресурсами, выделение, сдачи там, всех этапов и так далее, когда с этим, ну, в силу каких-то причин не справляется руководитель или директор проекта. Это очень важное лицо, часто неформальное, часто отсутствующее в формальной структуре. Но в большинстве случаев нельзя никак при планировании выпускать эту фигуру из виду. Она очень важна и полезна. И координаторы проекта. Координаторы – это, так сказать, помощники директора или руководителя проекта. Вы можете, так сказать, возразить. Мы делаем какой-то курс лекции, например, или программный продукт с каким-то симулятором.
зачем там столько народу-то, дармоедов кормить? Ну, я отчасти соглашусь, отчасти приведу такой пример. Если у вас в рамках вашего курса снимается некоторое количество видеоматериала, натурные съемки, где-то там специально постановочные съемки и так далее. Особенно, когда съемки осуществляются в специальных условиях доступа, каких-то там помещениях особых категорий и так далее. Или же наоборот, это в каком-то открытом пространстве, где нужно управлять этой командой, чтобы лишний кто-то в кадр не влез, чтобы разрешили снимать, чтобы, так сказать, не мешали и так далее. Один директор проекта или там руководитель проекта никогда с этим не справится. Ему нужны координаторы вот этих съемочных групп. И как минимум в этот момент потребность в этой роли уже возникает. И на многих небольших таких учебных курсах, там, по чистым помещениям, по атомной промышленности, опять-таки по медицине, мы видим, насколько с небольшим бюджетом, сравнительно небольшим, вот грамотно планируя, разделяя разные фрагменты работ, можно добиться очень интересного на выходе результата, качественного обучающего, которому действительно можно обучиться тому, чего-то в реальной жизни такие уроки не возьмешь. Ну, наверное, я достаточно остановился на этом вопросе. Пойдем дальше. Мы с вами вот верхушку топовую рассмотрели. Какие еще роли? Ну, следующая ключевая роль, надо понимать, что это автор. Без автора никакой учебный курс не может состояться, какие бы учебники ни были изданы. В том числе, потому что автор готовит не только исходные авторские материалы, на которых потом будет все построено обучение, но и все дальнейшее производство электронного учебного курса, оно, как правило, должно, ну и так и происходит, осуществляется под авторским надзором. То есть автор в своей команде реализует две вещи. Создание исходного авторского материала и авторский надзор о том, чтобы исходные его задумки не были искажены и правильно восприняты, так сказать, в процессе производства. Далее, следующие несколько участников команды. Еще один такой ключевой участник – это методист. Вот методист совместно с автором разбивает авторский материал на части, оптимизирует его подачу к выбранному формату обучения, определяет количество времени на ту или иную модель обучения. Что-то в очной форме, что-то там в электронной форме, что-то там в практической части и так далее. В результате формируются, так сказать, планы курса, как это все будет выглядеть. И вот, говоря о совмещении ролей, могу сказать, что в большинстве случаев эти две роли совмещаются в себе один человек, являющийся преподаватель. И мы уже хотели было эту модель окончательно исключать, особенно, ну, в частности, для эту роль из модели исключать, в частности, для вузовской среды, так как, ну, чаще всего, так сказать, профессора и доценты, они обладают достаточным опытом для того, чтобы сформировать методику обучения по тем дисциплинам, которые они же сами разработали. Но вот недавно с одним университетом мы столкнулись с тем, что пока в команду не был внедрен опытный методист, именно методист, он не преподаватель был, не получалось никак оформить курс, там были переносы даты, дат готовности проектов и так далее. То есть это все-таки живая такая роль, надо понимать, что часто, возможно, совмещаем. Дальше, что такое сценарист? Ну, вроде бы мы с вами не художественный фильм создаем, правильно? Но дело в том, что есть такой нюанс, когда вы создаете электронный курс, то в момент, неважно, внутренними усилиями вы создаете или там с привлечением внешних
каких-то исполнителей. В момент, так сказать, когда вы стартуете с разработкой, вам еще непонятно все его содержимое. Вы не понимаете, как будет устроен материал, потому что нет еще самого материала. И даже когда на входе у вас есть какая-то книга или учебное пособие, понятно, что напрямую переложить, просто оцифровать ее в электронный курс, не удастся. Все-таки это и разные стили, и разные приемы работы и так далее. И вот есть такой прием, очень удобный, кстати. Это прием создания, написания сценария работы электронного учебного курса. Когда мы весь курс разбиваем на сцены или слайды и описываем, что там будет происходить. Дальше согласовываем это, собственно, с автором. Не потеряли ли мы что-нибудь значимое, правильно ли мы это интерпретируем. И вот этот вот фактически сценарий, чаще всего это графические какие-то примитивы с пометками на полях, отдаем в работу следующим участникам. В первую очередь это на прорисовку дизайнера и на какую-то там анимацию аниматору или программисту. И вот здесь вот уместно, так сказать, представить следующую нашу проектную роль. Это роль дизайнера. Конечно, в пределе можно электронные курсы делать без всякого дизайна, реализовывать интерактивность и дидактические свойства самого курса вроде бы от этого не должны пострадать. Но перед преподавателем всегда стоит задача привлечения внимания и удержания внимания обучаемого на, собственно, изучаемом предмете. И когда мы смотрим несколько курсов, сделанных, например, в стандартных каких-то шаблонов, предлагаемых, так сказать, разработчиками специализированных средств, или же мы смотрим, что, так сказать, некоторые формы, там, красивые кнопочки, красивые диалоговые окна, они как бы кастомизированы, видно, что принесена индивидуальность этому курсу, отрисована дизайнером специально вот для этой предметной области, специально для этого курса. Вот эта разница на самом деле, она, вы не поверите, колоссальна. Она всегда заметна глазу на первый же взгляд. И надо сказать, что кроме всяких рюшечек, бантиков, она в первую очередь повышает значимость и ценность изучаемого материала в глазах обучаемого. Потому что он видит перед собой не какие-то зарисовки, извините, на коленке сделанные, а он видит перед собой законченный продукт, оформленный, так сказать, по всем канонам, правилам, и он ожидает в этот момент высокого качества этого продукта для себя и соответствующим образом начинает к нему относиться. А следующий еще участник, вынесенный... Следующая проектная роль, которую мы хотели бы вам предложить, это диктор. Тоже еще одна очень такая, на первый взгляд, неожиданная, я бы сказал, роль в команде. Откуда она берется? Дело в том, что многие современные электронные курсы, они делаются по технологии, совмещающей в себе, так сказать, аудиторный рассказ с опорным конспектом. Ну, то есть одна технология, когда мы записываем преподавателя и комбинируем эту картинку с опорным конспектом, с какими-то поясняющими диаграммами в качестве теоретических разделов, и дальше добавляем к этому какие-то интерактивные элементы, вопросы, постановочные какие-то записи и так далее. У этой формы реализации электронных курсов есть свои преимущества, свои недостатки. Преимущественно это очень, как бы, высокая вовлеченность. Да? Вы видите человека, вы понимаете его отношение к тому, что он говорит. Это, так сказать, важно, как вот сейчас вы меня видите. А с другой стороны, ну, надо понимать, что электронное обучение – это, как правило, обучение где-то по сети. Или в маршрутке там с телефона, или дома за компьютером, или где-то такой урывками на работе.
ну, не сидим мы с вами вот в аудитории, так сказать, по хорошему каналу, все это вот на шикарной аппаратуре. И, как правило, получается, по сетям передачи данных картинка подвисает, эканье, меканье, видно там что-то такое оцифрованное в классический видеоряд плохо. И поэтому отсюда вот вторая технология завоевывает свое прочное право на жизнь, о которой я хотел бы сказать, это когда мы с вами создаем опорный конспект, обычно это какие-то слайды, графические зарисовки, и накладываем за это, на это закадровый голос рассказчика, который комментирует эти слайды, объясняет какие-то процессы, как это вот мы привыкли слышать на лекции. Мы не видим при этом самого человека. Поток требований к каналам связи при этом на порядок ниже, поток, видеопоток, так сказать, меньше, и, соответственно, всякие помехи и препятствия для изучения в транспорте, для изучения где-то там в отдаленных районах, они отсутствуют. Поэтому, так сказать, вот эта технология развивается, и если закадровый голос читает не сам автор, а вы отдаете его озвученной стороне, в очень большом количестве случаев это выгодно, то вот получается такая роль диктора. Дело в том, что вот даже я по себе знаю, без камеры начитать какое-то количество текста, чтобы не было оговорок, чтобы не было дефектов произношения, чтобы была соблюдена правильная интоника, даже несмотря на то, что я этот текст писал, это довольно сложно и утомительно. Особенно если вы работаете там с маститыми авторами, которые просто вольны отказаться, действительно, это не их работа, для них это очень трудоемко. Напротив, передача вот этой вот работы на аутсорсинг в студию, это совершенно замечательное решение, когда вы получаете начитанный текст за 3 копейки. Я условно говорю за 3 копейки, но это действительно... Вот по московским ценам это совсем смешные деньги. И если встает такая задача, я призываю пользоваться всегда профессиональными дикторами центрального телевидения, потому что они прочтут любой текст практически с листа, без репетиции и с первого дубля. Ну, это так, маленькая ремарка. И давайте уже в заключении посмотрим, кто такие технический писатель, верстальщик, программист, монтажер, корректор в предложенном, так сказать, команде. Ну, вроде бы понятно, кто такой программист. Должен сказать, что программист не всегда требуется при разработке современных электронных курсов. Дело в том, что большинство типовых элементов электронного курса, включая интерактивность, включая графические примитивы, включая, так сказать, сложные какие-то контрольные вопросы, модельные задачи и так далее, они настраиваются. Настраиваются путем включения галочек, заполнения определенных полей, перетаскивания каких-то компоновки мыши. И совершенно замечательно с этой работой может справляться специалист с средним специальным образованием. Это верстальщик. Это даже не инженерная работа. Монтажер. Монтажер нам потребуется, если у нас есть какие-то аудиофайлы, которые надо почистить. Например, там звук, там что-то скомпоновать, монтировать. Видеофайлы. Здесь нет квалификации, так сказать, видеорежиссера. Ну, простейший какой-то монтаж, он нам может потребоваться. В этом случае надо иметь в виду, что либо в команде должен быть такой человек, либо какие-то должны быть аутсорсинговые команды, когда его можно на короткий срок оперативно привлечь за изменение денег. И в заключение хотел бы рассказать про три вот этих вот роли, которые вы видите на экране перед собой. Это тестировщик, технический писатель и корректор. Очень важная роль тестировщика. Дело в том, что когда мы электронный курс создаем как, так сказать, законченный программный продукт, надо понимать, что при публикации курса случится может что угодно. Могут неправильно считаться баллы, может не проигрываться видео, которое вот только что проигрывалось.
баллов в тестах. Могут какие-то неправильно отображаться шрифты, заголовки и так далее, и так далее, и так далее. Вот задача все это проверить, она возлагается на вот эту проектную роль, на тестировщика. Технический писатель, ну, часто тоже эту роль совмещает автор, хотя это неправильно. Это специалист, который нам выпускает пользовательскую документацию о том, как пользоваться нашим электронным учебным курсом, как его правильно эксплуатировать, как его правильно загружать, как контролировать процесс обучения преподавателя в нем, какие возможности предоставлены обучаемому, что можно делать, что нельзя делать, и вообще, ну, коротенечко, куда нажимать, куда не нажимать. Это такие, если нет симуляторов, то это очень примитивные, простые вещи. Если у нас предусмотрены какие-то симуляторы обучающие, какие-то там лабораторные работы, практические работы, то, так сказать, инструкция становится уже прям вот жизненно необходима. Без нее этот курс бывает, что и не пройти. И последняя роль корректора. Роль корректора тоже такая нетривиальная роль. На самом деле нам ее ввели по результатам рецензирования, так сказать, нашей программы, на которую вас приглашала моя коллега. Корректор нам нужен для того, чтобы сделать финальную вычетку материалов электронного курса. Дело в том, что при переносе из текстовой версии, так сказать, авторских материалов и сценариев в итоговую электронную, человеческий фактор присутствует, что-то мы переписываем, что-то мы копируем, где-то меняются падежи, где-то вкрадываются опечатки, где-то просто, так сказать, остаются следы неграмотности конкретного исполнителя, который не должен быть столь грамотным. И вот эти вот вещи в едином стиле, в конце, когда уже курс создан и протестирован, так же, как и книгу перед печатью, вычищает корректор. Вот, собственно, базовые роли коллектива разработчиков электронного курса мы с вами рассмотрели. По поводу совмещения ролей я тоже сказал. Какие-то роли могут совмещаться, какие-то просто исчезать с коллектива. Но вот практика показывает, что меньше, чем вот такое количество ролей, оно, в принципе, вот здесь совмещение трех ролей показывает. То есть в природе, наверное, не бывает. Здесь совмещены роли автора-методиста и, возможно, руководителя проекта. Разрешили преподавателю сделать курс, назначили главным ответственным и дали в помощь кто-то там, кто опишет какую-то еще документацию, потом сделает корректуру и сверстает, так сказать, электронный курс в каком-то программном продукте. Ну, наверное, знакомая ситуация. Может быть, там какие-то еще роли. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Ситуация жизненная. Так бывает. Но совмещение ролей, оно приводит всегда к снижению качества. Потому что теряется узкая специализация, с одной стороны. С другой стороны, вот, наверное, я не буду сейчас устраивать там интерактив, а что вы вот по этому поводу думаете. Вот. Но, наверное, все заметили, что тестировщик в этой схеме, он фактически у своей функциональной роли, он проверяет результат работы верстальщика. И вот этот вот принцип соблюдения качества, он нарушается. Человек никогда не должен проверять сам себя. По ряду причин, но вот в частности, такое совмещение ролей я категорически не рекомендую. Если есть малейшая возможность отдать кому-то еще посмотреть курс, получить независимую, так сказать, оценку, всегда, пожалуйста, я рекомендую это делать. Итак, по поводу ролей мы кратко с вами, так сказать, пробежались и плавно перешли к вопросам управления качеством. Вот по нашему опыту, управление качеством разработки электронных курсов, оно складывается из трех основных таких вещей. Это вот из проектного управления правильная балансировка ресурсов, сроков содержания проекта.
по разработке электронного учебного курса. Второй такой большой кит, на котором все стоит, это мотивация персонала на то, чтобы они выполняли свою работу качественно и в срок. И, собственно, третье – это наличие самой системы контроля качества приемки результата. Вот, наверное, на этих трех вещах мне хотелось бы еще немножечко остановиться. По поводу первого – балансировка ресурсов, сроков и содержания разрабатываемого. Все, наверное, знают этот треугольник качества. Да, все прекрасно знают, что вот эти вот три его стороны, сроки стоимости содержания, из них вот можно балансировать и минимизировать какие-то две. Третья в этот момент либо будет уменьшаться, либо, так сказать, увеличиваться, независимо от наших потребностей. Что можно сказать? Когда вы проектируете, продумываете проект, вот балансировка, нельзя от людей требовать больше, чем они могут сделать. И поэтому один из успехов разработки электронного курса – это не гениальный преподаватель, не там супер большой бюджет. Это на самом деле поиск вот этого вот баланса между сроками, которые у нас есть, ресурсами, которые у нас есть, и содержанием, которое мы должны осветить. Вот если мы этот баланс нашли, то и качество у нас будет, так сказать, на должном уровне. В этом смысле я всегда делаю вот эту вот ремарку, которая у вас сейчас перед глазами. Само по себе правило «дорого и долго» не гарантирует нам автоматически качественный содержательный, применительно к конечному результату. Неважно какого проекта, но в нашем случае это разработка электронного курса. Для того, чтобы работа была выполнена с надлежащим качеством, требуется, во-первых, чтобы этот уровень качества был определен, и все о нем знали. И, во-вторых, персонал должен быть замотивирован на качественное выполнение своей работы. И вот по поводу мотивации персонала, здесь, конечно, сейчас вот мы как раз к ней плавно переходим, но здесь всегда есть вот еще один ускользающий фактор. Человек должен знать, что за ним кто-то все равно посмотрит. Не проверит, в смысле исчерпывающе проверит его работу, но то, что результаты его труда будут кем-то, подвергнуты чьему-то аудиту, может быть, выборочному контролю, может быть, еще какому-то. Мы так устроены, что мы по-другому начинаем работать, если знаем, что за нами кто-то там посмотрит. И расслабляемся, если знаем, что я пропущу ошибку, там на следующем этапе заметят и исправят. Поэтому одна, наверное, из мотивирующих персонал на выполнение качественной работы, одним из факторов является фактор неотвратимости контроля. И, собственно, мы переходим к мотивации. Мотивация персонала, разрабатывающего УИУК. Я не открою Америки, если скажу, что вообще мотивация бывает материальной и нематериальной. С материальной это все понятно. Так сказать, за деньги каждый может. Ты без денег попробуй. Поэтому, собственно, на материальной мотивации я останавливаться не буду и немножечко поговорю о мотивации персонала в команде, разрабатывающей электронный курс, на выполнение своей работы качественный срок. Вот что нематериального могут предложить, например, вузы или какие-то там учебные центры, коммерческие, я имею в виду, учебные центры, в качестве нематериальной мотивации команды. Понятно, что социальный пакет, мы всегда лучше себя чувствуем, когда, так сказать, чувствуем, что защищены. А важный элемент – это поощрительное участие, какие-то командировки заграничные или там по России симпозиумы. И наши партнеры очень часто это практикуют со своими специалистами. Это действительно работает. Не знаю, так сказать, насколько они там повышают свой опыт и знания,
очень много от самого человека зависит, но как минимум они очень здорово мотивируют их, вот эти командировки, на то, чтобы, так сказать, более качественно представлять результат своего труда. Профессиональное обучение, там, на курсах, на повышение квалификации, еще один из элементов, ну и дополнительные какие-то там оплачиваемые дни отдыха. Вроде бы все, не все. На самом деле, очень часто вот этот вот момент, известный еще с советского прошлого, мы упускаем из виду. Я хочу заострить на нем внимание. Очень хорошо мотивирует команду такой элемент командообразования, как ни странно, как планерки. Коротенькие встречи с определенной регулярностью, может быть, там раз в неделю или два раза в месяц, но именно регулярные. Когда все члены коллектива разработчиков, пусть он даже распределенный, кто-то очно, кто-то присоединяясь по скайпу или там в вашей конференц-связи внутренней, рассказывают о своих достижениях, о своих проблемах и о своих планах. Нам дает это очень много. С одной стороны, вы лучше можете управлять коллективом разработчиков, потому что все знают, кто что делает. Во-вторых, повышает, собственно, мотивация персонала, когда он знает, кому нужны результаты его труда. Вот он подготовил, переработал авторский материал в определенной структуре. Для чего он это сделал? Ну, потому что ему вот спустили такую разнарядку, там, например, сценарист. Общаясь с теми участниками проектной команды, которые потом на входе в качестве задания получают результаты его труда, он понимает действительно, как им это нужно, в какой форме им удобнее было бы, или не было бы, а просто удобнее воспринимать эту информацию, получать эту информацию. И у них лучше внутрикомандное взаимодействие происходит. Люди чувствуют свою вовлеченность, люди чувствуют свою нужность, зависимость общего результата от, так сказать, их вклада, и это действительно мотивирует. Поэтому я вот призываю этим инструментом, казалось бы, таким советским и простым, пользоваться. Проверено, работает. И вот мы уже потихонечку движемся к завершению основной части нашего вебинара. И говоря о качестве, конечно, нельзя не поговорить о рисках при производстве электронного образовательного контента. Ну, надо сказать, что перед вами, так сказать, академичный общий подход из управления рисков, как с ними работать, что надо делать. Ну, на примере попробуем применительно к электронным курсам их пройти. Вот эту вот ниточку с вами. Понятно, что мы с вами все типовые риски здесь сегодня не рассмотрим. Ну, кстати, на вот наших специальных программах повышения квалификации мы это делаем, несколько есть. В частности, по электронным курсам мы это делаем. Что нам нужно сделать для того, чтобы у нас проект состоялся и успешно состоялся? Да? И когда мы с вами сбалансировали, сделали, так сказать, первый драфт план графика, сбалансировали ресурсы по задачам, определили исполнителей, что нам нужно, конечные результаты, мы с вами должны сделать второй проход и посмотреть, что нам может помешать этого. И вот здесь мы должны выписать для себя возможные риски, которые мы видим. И когда мы их выписали, дальше мы определяем вероятность возникновения рисков. Ну, я предлагаю это сделать все на примерах. Давайте вот просто примеры сделаем рисков. Например, отсутствие методических ценностей исходного материала. Риск. Потеря работоспособности ключевым членам команды. Риск. Ну, вообще такое бывает. И прекращение лицензии, например, на специализированное средство разработки, в котором вы это все создаете в момент сдачи проекта. Бывает? Бывает. Давайте вот по поводу вероятности возникновения поговорим. Вообще, как ее определить? Ну, конечно, есть математические модели и так далее, но для наших целей достаточно салфеточного расчета. И я предлагаю вам использовать градацию из вот всего трех степеней по каждому критерию. Если мы говорим про методическую ценность материала,
Какова вероятность? Если вы знаете, что в недалеком прошлом хоть раз это происходило, ну а здесь в чем риск состоит? Риск состоит в том, что вы поручили разработать там именитому профессору авторский материал, он со своим видением его как-то разработал, ну или наоборот, не профессор, а кто-то там, так сказать, ассистент взял изданный учебник, по нему отработал и получил какой-то материал. Вы красиво его отрисовали, там все бегает, замечательно взрывается, что-то схлопывается, спекается, сделали симулятор, запрограммировали вопросы и так далее. Показываете профессиональному сообществу, а профессиональное сообщество говорит, а вообще это 40 лет назад уже как не так. И получается, что вы потратили огромные ресурсы, но не учтя вот этот риск, вы их потратили впустую. Какова вероятность? Возвращаемся к вопросам оценки вероятности. Вот если это в недалеком прошлом хоть раз случалось, то надо оценивать эту вероятность как высокую. Если вы знаете, что это когда-то кто-то помнит, у кого-то, у знакомых, там, у коллег и так далее, но не помнит когда и у кого, ну, значит, надо говорить, что это средняя вероятность. Если это не происходило никогда на памяти вашего коллектива, ну, надо говорить, что вероятность низкая. Значит, отметили для себя, что это риск с низкой вероятностью. Дальше потеря работоспособности ключевым членам команды. Я отмечаю, как высокая. Ну, в большинстве трудовых коллективов эта проблема все-таки с одним или с несколькими членами команды, так сказать, проявляется. Все мы под Богом ходим. Надо понимать, что люди имеют свойство заболевать, увольняться, уходить в отпуска. Ну и, так сказать, остальное мы не берем в ситуацию. Но они тоже имеют место, так сказать, в нашей действительности. Ну, если когда-то у вас проект рисковал таким образом, то я предлагаю отмечать это какие-то узкие места, как риски с высокой вероятностью, и соответствующим образом к ним относиться. Дальше прекращение лицензии на специализированное средство разработки в момент сдачи проекта. Ну, это как пример, просто мне нужно было риск из другой группы привести. Риск такой существует, мы неоднократно с ним сталкивались, с нашими, так сказать, коллегами. Дело в том, что производители специализированного программного обеспечения, они постоянно меняют лицензионную политику, и время, когда, если есть лицензия, то оно всегда, оно уже прошло, существуют подписки на определенный период, например, годичный. И надо понимать, что год в данном случае, он кончается совершенно внезапно, не 1 января ни разу, например, там 15 октября и так далее. И в момент, так сказать, вот финальной генерации программного продукта обучающего, оказывается, что средство, в котором вы разрабатывали, и у вас лежат там все исходники, все обработанные исходные материалы, оно не запускается, надо покупать. Итак, мы с вами определили вероятности возникновения наших рисков. Рисков может быть больше. Как правило, их 20-30 нужно проанализировать. И дальше нам нужно определить второй, так сказать, показатель. Это степень воздействия риска на конечный результат. Ну, здесь я тоже предлагаю для салфеточного расчета использовать три градации. Либо незначительные, либо критические, либо, так сказать, средние. Ну, что такое критическое воздействие, критическая степень риска? Это когда, если этот риск наступает, то мы вот теряем все. У нас вот мы не можем сдать продукт, не можем выпустить его. Соответственно, если у нас методическая ценность на выходе наша ничтожна, для нас критический риск. Мы не можем произвести, мы не можем сдать заказчику, мы не можем начать обучать по этому продукту. Потеря работоспособности ключевым членам команды тоже это критический риск, потому что мы не можем завершиться, нам что-то надо делать. Что касается прекращения лицензии, тоже это риск из группы критических, когда вот кончилась лицензия, мы не можем завершить процесс разработки.
Дальше нам нужно ранжировать риски на устранимые и неустранимые. И выработать соответствующие компенсирующие мероприятия. Те, которые устранимые, устранить эти мероприятия. Те, которые неустранимы. Наша задача снизить вероятность этого риска и снизить степень влияния на конечный результат. Итак, отсутствие методической ценности исходного авторского материала. Ну, в принципе, он неустранимый риск. Мы можем снизить вероятность подстраховаться, я сейчас скажу как, но, так сказать, полностью исключить эту вероятность мы не можем. Потеря работоспособности тоже это неустранимый риск. Здесь мы можем только на вероятность и на влияние на проект, так сказать, повлиять. А вот прекращение лицензии – это совершенно себе устранимый риск. Для этого в момент планирования вам нужно просто запросить конечного исполнителя, когда у него, какой у него тип лицензии, когда он заканчивается. Все, вы запросили, вы этот риск отработали, он у вас снят. Ну, соответственно, мы его удаляем. Вот осталось в нашем случае два примерных риска. Давайте попробуем их отработать. Вот перед вами такое типичное представление матрицы рисков, когда по одной оси мы откладываем вероятность возникновения риска, низкая, средняя, высокая, по другой влияние риска на результат проекта. И, собственно, вот в эти квадратики мы записываем наши риски. Отсутствие методической ценности и потеря работоспособности. И наша задача, чтобы из красной зоны этой матрицы на салфеточке риски переместились куда-нибудь, ну, либо в желтую зону, либо лучше еще в зеленую. Что для этого мы делаем? Мы разрабатываем компенсационные мероприятия. Для первого риска отсутствия методической ценности исходного авторского материала. Проведите экспертизу авторских материалов до того, как начинаете разработку электронного курса уже, так сказать, в деталях. Один-два эксперта вам скажут, что либо у вас там все в порядке, либо, так сказать, обратят на какие-то ключевые моменты, и вы устраните эти замечания еще до того, как выполните трудоемкие операции по там, программированию, отрисовке и так далее. Риск у нас, так сказать, перешел в зеленую зону. Второе. Потеря работоспособности ключевым членам команды. Ну, что здесь можно сделать? Можно, с одной стороны, влияние на проект уменьшить путем дублирования. Вы ввели какую-то там, так сказать, помощника ему, который в ответственный момент нажмет на кнопку и что-то такое задублирует. Можно еще попытаться снизить вероятность возникновения такой необходимости в том числе. Но потери работоспособности бывают разные, и опытные руководители, в общем, как правило, в голове примерно держат, что может произойти. Если у вас на старте проекта, так сказать, работает женщина, которая вот-вот готовится стать мамой, ну, наверное, не стоит ожидать, что там через полгода она будет готова прям, так сказать, всецело отдать себя монтажу материалов или еще там, так сказать, какому-то этапу производства. А надо готовиться заранее к тому, что произойдет то, что должно произойти по законам природы. Другая крайность у нас бывает очень часто, когда завершение какого-то этапа приурочено к праздникам, ну, например, после майских праздников, как раз если мы будем не успевать, и руководитель проекта думает, что это у нас хороший резерв, в который как раз все команды соберутся и что не доделали, доделают, докомпилируют, допишут, дорисуют, дотестируют. Ну, бывает, что и так. Но чаще всего в командах есть некоторые моменты, ну, некоторые, так сказать, участники, страдающие, ну, будем говорить, известной русской болезнью. Они всегда есть во всех социальных слоях, мы их всех знаем, мы с ними работаем, они хорошие, бывают хорошие специалисты. Но вот есть такой, так сказать, недостаток. Если вы о нем знаете,
сместите чуть-чуть календарные работы, с тем, чтобы они не попадали на праздничные периоды и на послепраздничные. Да, я очень хорошо помню, когда накануне там о чем-то международном сотрудничестве договариваясь с финнами, вот у них Рождество, они интересуются, а у вас в России как? А когда вы выйдете с каникул, чтобы скорее-скорее, у нас нет таких длинных праздников, как у вас. 1 числа мы уже там вот выходим, ну, 2-го крайний срок. Первый раз по телефону этот человек ответил мне на мои, так сказать, звонки и письма 21 января. 21 января. Поэтому я призываю с открытыми глазами смотреть на эти риски, в том числе на риски потери трудоспособности, так сказать, и заранее их учитывать. Это не так сложно. Ну вот, наверное, наш вебинар подошел к концу. Основное, что я хотел, я вам рассказал. И в завершение я персонально вас хочу пригласить на нашу программу повышения квалификации, которую веду я. Это разработка электронного курса своими руками. От проекта до реализации. Там перед вами вот e-landing, e-learningclass.ru. Там мы подробно рассматриваем нюансы мельчайших, вот эти все вот детали разработки электронного контента. И у вас там появляется также возможность получить практику в трех специализированных средствах разработки, то есть пощупать разные. Разные задачи бывают. Бывают задачи выбора, в чем работать. Бывают задачи командообразования. Бывают задачи, так сказать, отработки взаимодействия с СДО, с внешними заказчиками. Вот эти все задачи мы, так сказать, аккуратненько, методично в течение полутора месяцев решаем на этой программе. Ну и по поводу командной работы можно еще тоже в открытом доступе посмотреть нашу с Игорем Александровичем Вальдманом статью «Методические аспекты организации групповой работы обучаемых при реализации программ повышения квалификации в дистанционном формате». Это тоже, так сказать, подробная статья, рассказывает о том, как мы обучаем, как построена методика аттестации, выделения вклада каждого участника командной работы. И статья вся эта написана на примере как раз вот этой программы повышения квалификации, которая адресована, создавали изначально мы ее для распределенных команд разработчиков, с тем, чтобы к нам могли прийти, так сказать, отрепетировать свое взаимодействие, где-то, так сказать, сплотиться, как готовые команды, так и отдельные специалисты, которые хотели бы почувствовать себя в какой-то конкретной проектной роли. На этом я благодарю вас за внимание. Большое спасибо, что пришли. Большое спасибо, что подключились, послушали. И, собственно, приглашаю вас задавать вопросы в чате. Теми, кто не будет дальше, так сказать, отслеживать наше общение, я прощаюсь. Всего доброго, спасибо вам. Спасибо. Если будут вопросы, соответственно, мы на них ответим в чате непосредственно. Ну вот, я вижу благодарность, большое вам спасибо, мне приятно, конечно, это читать. Некоторое время после вебинара мы будем доступны еще для комментариев, тогда, если какие-то личные комментарии, тоже можно задать по почте. Ну и, собственно, тогда всего доброго, приглашаю вас на программу. Коллеги, всем спасибо за то, что были на вебинаре. Отвечая на комментарий Дмитрия в чате, скажу, что запись вебинара обязательно будет направлена тем, кто участвовал, тем, кто регистрировался. Ссылка на программу есть на слайде. Пожалуйста, заходите и узнавайте подробности, если они вам интересны. А также напоминаю, что
Всем участникам вебинара мы предоставляем скидку на обучение по программе «Разработка электронного курса своими руками от проекта до реализации». Программа стартует 18 октября. Это программа повышения квалификации с официальным удостоверением. Скидка 20% действует по промокоду. Поэтому, пожалуйста, при заявке можете указывать промокод ETIM2018. Либо пишите мне, мои контакты, моя почта указана на слайде. Буду рада ответить на дополнительные вопросы. Приходить на программу можно либо командой, уже сформированной, например, вы получите опыт работы совместной, получите рекомендации преподавателя по тому, как можно улучшить, оптимизировать процесс создания и разработки электронных курсов, а также полностью практическим образом проработаете все этапы и на выходе получите прототип электронного курса, готовый к внедрению в вашу систему СДО. На программу можно приходить и самостоятельно. Вы в данном случае, вы как полноценный единоличный специалист, получите представление о тех ролях, которые есть, о тех функциях, которые они выполняются, и рекомендации по тому, каким образом вы можете либо самостоятельно это сделать, либо привлечь в этот процесс коллег. Также рекомендуется программа руководителям для того, чтобы получить представление о том, каким образом необходимо организовывать рабочий процесс и также попробовать это сделать на практике. Подчеркиваю, что программа полностью практикоориентирована, все задания практически, вы можете брать свой проект, мы можем давать вам учебный проект. И все обязательно происходит под четким руководством автора и преподавателя программы. И защита вашего проекта проходит в дистанционном формате. Поэтому приезжать никуда не нужно, вы можете это делать в удобном для вас месте. Еще раз спасибо за внимание, ждем обратную связь по итогам вебинара. Спасибо, что были с нами и до новых встреч.